Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня веселуха, у нас сегодня конкурс и обзор злобного аккаунта, злобного мистера Абрикоса. Поэтому внимательно смотрите, кому понравится аккаунт, участвуйте в розыгрыше данного аккаунта. В общем, поехали! Русский Android сервер, гильдия вы знаете какая. Пишите мне в телегу. Попринимаем пропуск BG Kick. Сразу говорю, никаких поблажек нет. Ноль. До свидос. Такс. Русский Android сервер. Ну, бог. Вот такой вот у Абрикоса здесь ник. Он перешел ко мне на английский сервер. Я думаю, об этом не жалеет. Решил разыграть свой аккаунт среди вас. Поэтому влепили по лайку. И поехали посмотрим, что тут у него есть. Такс. Ну, вы поняли, аккаунт с зефиром. Соответственно, он донатный. Доната у него почти 250. Минотавр тоже есть. Поехали посмотрим, что по героям. Ну, наверное, скорее всего, нету с последних героев. Так, Мэри нету. Ну, ее можно, в принципе, на таком аккаунте, я думаю, без проблем собрать на такой силе. Это не будет проблемой. Так, королева ОС, ну, по сути, дуэлянт тоже собирается, королева ОС не особо актуальна. Ну, полярный лис божество, это понятно, это донат, оккультиста нет. Все, печальный аккаунт, нету оккультиста, жизнь боль. Свален Барт, донатный, дама холода, скиталец, остальное и Миша. Ленивый Абрикос, наверное, тоже не собирал точно так же, как и я. Все остальное, в принципе, есть. Герои довольно-таки неплохие. Поехали посмотрим, что у него пройдено уже. И потом пойдем посмотрим на героев, на их сборки. Так, Аджей Волна не пройдена. Но я думаю, ее не проблема будет пройти. Даже АК на таком аккаунте можно попробовать затащить. Так. Смотрим, что тут есть. Подземки. Ну, наверное, до восьмых дошел. Да, до восьмых кошмарок дошел. Ну, можно без проблем тоже, думаю, фармить и восьмые кошмарки. Что у нас по запределю бегает? Вот это ленивый Абрикос. Это ужас. Даже не прошел первый лав. Ну, лентяй, короче. Короче, очень ленивый хозяин аккаунта. Так, 21-я кабашка тоже неплохо. Не то, что у меня на нубу аккаунте первый лавал всего лишь. Такс, ну, в принципе, здесь все понятно. Поехали посмотрим, что у него тут делается по осколкам. Божество, понятно все. Все понятно, короче. Мишаня немножко подсобран. Дуэлянт, фобушка, оккультист, понятно. В принципе, неплохо. Так, что по ресурсам на аккаунте? 15 лямов кгшек, то есть для эволюции с головой хватит. Кулаков у Абрикосов не бывает. Так, скины. Скины на здание. Это для прокачки еще есть. Есть эти. О, нормально. Тут еще и талантиков нормально на аккаунте, кстати. Неплохо, неплохо, неплохо. Чарки тоже есть, коробки. Ну, для того, чтобы аккаунт не отставал, надо каждый день играть. Он уже здесь забросил играть, поэтому решил разыграть среди вас. Так, что есть по героям? Ладный. Вот так вот. Фениксы. Какие-то плюхи даже накопленные. Так, хорошо, поехали посмотрим на героев. 30-й зефир. Отлично. Топовая сборочка с ОЗ-шкой. Довольно-таки неплохо для аккаунта. Я считаю, такого вообще супер. Воодушка. Так, кстати, надо будет глянуть эмблему еще. Что по эмблемам? Так, Фрейка, маскировка, пакт. Выживание. Тоже вариант нормальный. 21-й огник. Здесь нету
Давайте так посмотрим. Так, живо, хорошо, хоть не десятое живо, потому что было бы десятое живо, это была бы печаль. Так, землеройка, понятно. В принципе, тоже неплохой. Ворожей топчик. Я потом перейду, посмотрю эмблемы. Так. Космо хорош. 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 Абрикос знает толк. Вот реально. В сборках, ребят, я чисто бы ради этого Минотавра этот аккаунт просто рвал с руками и с ногами, потому что таких Минотавров единицы. Кто знает, что такое Минорелис, те в теме, те качают, это реально. Это просто топчик от Абрикоса. Поехали, посмотрим дальше. Анубис хорош, Ладушка девятая, Железка, ну, для подземок. Так, Стрелок под Архидемона сделан. Роза Нормас, Фен, еще это второй Феникс, по-моему. Так, для Архидемона герои, кстати, есть, довольно-таки неплохо. 12 скиллы, Махатмушка топчик, Кубчик есть, Ведьмочка, Тыковка, Воодушка, Исцеление, берите, качайте, кому надо. Так, Сремочка, ну я думаю, тут проблем с героями, с талантами на аккаунте нет. Комендора с маскировкой. Интересное решение. Бугич. Обушка. Дрейк с маской. Я посмотрю по эмблемам. Что у него есть? Воодушка. Дальше пошли уже топы, судя по всему. Да, топов у него тоже открытые. Хватает Дрейки. Ронин, Ворожей, Анубис, Анубис. Нифига себе, нафига тебе столько. Атлант. Ну, что я могу сказать? Шапка для игры. Дофигища героев. Ну, то есть, хороший донатный аккаунт. Понятно, нету последних там супер-мега, хотя, ну, на русском сейчас не проблема. При минимальном донате добрать, но я вам скажу, это дешевле, нежели вы, вот если кто-то покупает аккаунты, это бред, реально. Качать сейчас, допустим, с нуля аккаунт, проще в конкурсе, ну не проще, конечно, выиграть в конкурсе, но... Допустим, я в свое время, когда играл, если... Были такие возможности, как сейчас, но я просто знаю, что такое было раньше. Сейчас прокачать аккаунт — это, в принципе, фигня. Раньше это было просто бешеных денег стоило, чтобы начать прокачать аккаунт, который там сможет хоть как-то в топ вырваться. Сейчас это заходите на английский там сервер, либо на какой-то нормальный сервер, более-менее с донатами, плюхами, за минималку собираете всех топовых героев. Так, все, пошли мы по второму кругу, поехали посмотрим. У него тут такого интересного будет по эмблемам. Я все ему сейчас поснимаю. Он, как обычно, на БГ сольется. И расскажу за условия конкурса на этот топовый аккаунт. Ремочка девятая, неплохо. Блин, это, наверное, я глупо сделал, что начал вот так вот снимать. Наверное, но пятерки не буду трогать. Шестерка, семерка. Что это такое? Что это за воодушевление? Так, исцеление восьмое. Ну, тоже можно, в принципе, снять. Посмотреть хочу, что у него делается. Хотя бы начиная с восьмых. Ну, я думаю, эмблем тут хватает тоже для комфортной игры. По крайней мере, выживание дофигища. Не, мажор на вольтовую одушку пихать. Это Абрикос тут, походу, психовал. Так, отлично, поехали, посмотрим, что еще у нас по эмблемкам. Было бы еще нормально найти сразу же у него здание.
Так, шестые. Ну, фигня, конечно, седьмые. Седьмых тоже хватает, куча расколов. Для архидемона вообще топчик. Так, ремочки есть, психощит, воодушек хватает, восьмых. Ну, восьмых выживание, расколы тоже. И девяток поменьше будет. Ну, надо фармить красные кристаллы. Такс. Что надо для участия в конкурсе на этот аккаунт? Вы должны подписаться на мой второй канал, подписаться на канал Абрикоса. Ссылочки на них будут в описании к видео, то есть это не проблема. Плюс у вас должен быть открыт обязательно плейлист подписок. Я уже это показывал, как делать. Вы можете сами посмотреть. Это несложно. Вбили в Google, посмотрели, как открыть подписки на YouTube. Дальше. Хэштег я покажу пример. Люблю абрикоса. Плюс в комментарии вы должны обязательно оставить способ, как с вами связаться и куда вы сделали репост данного видоса. То есть все очень просто. Сделали репост, подписались на два канала, оставили правильный комментарий и ждете розыгрыша. Ну, я думаю, сейчас 25-е, 30-го, сколько у нас в этом месяце? 30-го я, наверное, 30-го, 31-го. Видосик, ну не знаю, может стримчик разыграем. На стримчике аккаунт довольно-таки неплохой. Я зачастую такие аккаунты по просьбам сливаю. Но сегодня Абрикосик решил осчастливить, и у него не привязана основная почта. Поэтому пишите комменты, ставьте лайки, смотрите внимательно, что надо сделать. Подписывайтесь на каналы. Всем удачи, всем пока.